Сегодня время сплачиваться, соединяться, объединяться, искать точки соприкосновения, обращаться к каждому человеку, вот, как бы к его лучшей стороне, для того, чтобы действовать дальше, помогать дальше нашим бойцам, нашей армии, нашим людям, пострадавшим в результате боевых действий, нашим раненым, бывшим военнопленным и так далее. Сегодня непочатый край работы. Сегодня нужно свои силы, свою энергию аккумулировать в этом направлении. Сейчас время помогать, сейчас время действия, а не говорильни. Время не выражать свои эмоции, время действий. Действий. Любить – это глагол. Служить – это глагол. Патриотизм, патриот – это глагол сегодня. Если ты этого не понимаешь, то ты не русский, то ты не патриот. Сегодня время действия.